День выборов на городском телеканале. Самая актуальная информация о дне голосования, проходящем в Ярославле, только в прямом эфире городского телеканала. Наши журналисты будут дежурить на избирательных участках, в кандидатских штабах и пресс-центре облизбиркома. Открытие и работа УИКов, настроение голосующих, комментарии наблюдателей, экспертов, явка избирателей, а главное, первые данные об итогах выборов в областной парламент. Все это и многое другое. Воскресенье, 9 сентября на городском телеканале. Наши эфиры в 15:00, 16:50, 19:30 и 21:30. Включайте телевизор и не забудьте проголосовать.